Привет, это магазин «Горные вершины», меня зовут Евгений. И сегодня мы поговорим, что же делать, если вырвало крепление на лыжах. Во-первых, не стоит отчаиваться и бежать в магазин за покупкой новых лыж. Это все достаточно легко чинится. Для начала определим характер повреждений. По сути, их всего лишь два. Классический случай – это когда вырвало винты, и они там уже не держатся, но нет видимых повреждений. Второй случай – это когда вырвало крепление вместе с куском лыжи. Такого рода ремонт требует более детального подхода, в зависимости от конкретной ситуации. Сегодня рассмотрим первый случай, самый распространенный. Для ремонта нам понадобятся специальные резьбовые ставки. Для ремонта нам потребуются специальные резьбовые ставки, сверло и клей. Как аналог, в домашних условиях вы можете использовать деревянные чопики, но итог может быть непредсказуемый. Но поскольку повреждения небольшие, то ремонт будет несложным. Для начала нам нужно расстрелить отверстие до нужного диаметра. Производители резьбовых ставок рекомендуют использовать сверло 8 мм. Также производители рекомендуют углубиться на 11 мм. Для этого мы будем использовать ограничительное сверло. В домашних условиях можете отмерить изолентой, но лучше сходить в магазин и купить ограничитель для сверла. Может вообще про изоленту? Она меня бесит, честно тебе скажу. Ну, понятно, что потому что изолента не жестко фиксируется на сверле и может провернуться. После сверловки добавляем наш любимый ПВА. Приступаем к процессу закручивания втулки. Отдельное внимание хотелось бы заострить на самой втулке. Так как она изготовлена из латуни, нам нужно исключить избыточное усилие на ее шлице. Вкручиваем следующим образом. Оборот вперед, полоборота назад. Оборот вперед, полоборота назад и так далее. Если остались излишки втулки над поверхностью лыжи, их необходимо убрать. Мы используем для этого гравер. В домашних условиях, если у вас гравера нет, вы можете использовать напильник, надфиль, но без фанатизма. Желательно дождаться полного высыхания клея. Это может занять до суток, но у нас с помощью магии монтажа все высохло. Теперь прикручиваем крепление и, как всегда, с болтами без геройства протягиваем без фанатизма. Как видите, все достаточно просто. Если у вас остались какие-то вопросы, либо вас интересуют какие-то более серьезные темы, более интересные, пишите в комментарии, обязательно ответим. Ну и как всегда, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. Это был магазин «Горные вершины». Меня зовут Евгений, до новых встреч!